И снова здрасте. Мы продолжаем. Уже который раз. Проходить пользовательские уровни в игре Paint the Town Red. Мой английский улучшается, по-моему, каждый раз, как я произношу название этой игры. Но это только по-моему. Сегодня у нас Sea Fortress, то есть морская крепость, насколько я понимаю. Я этого уровня не видел еще, поэтому давайте смотреть. Ага. То есть, я что тут? Я типа призанер? Нунчаки сразу, сходу. А, есть союзник. Ножичек. Эть. Эй, союзник, ты чё ж ты так-то, а? Как так-то, а? Ты чё? Блин. Так, у нас здесь ещё есть кружка, кандалы. Вот это вот вся хрень. Факел нельзя взять, да, чтобы всех поджигать. Ну ладно. Там еще один ножичек есть запасной. Давай. Ну, давай. Хоп. Чё? Эй! Готовс. Дальше. По одному это хорошо. По одному это лучше, чем толпой. Рассыпался. По одному. Хыть! А ты вставать не будешь? Не, ну ладно. Ой! Секанул. Прямо в нос. Нос, видать, слабое место у пиратов. Или кто они там? Матросы? Щит не помог, да? И вообще кто? Куда ты взялся тут? Бочки какие-то. Прям еще ножичек. У них ножички все кухонные. О, меч. Это да. Сабля улетела, шляпа улетела. Так. Там все заперто. Ни хрена себе, они тут всякие предметы в цель кидали. О, ключ. О, еще всякие предметы. Сколько тут предметов-то, а? Домашнего обихода. Я сюда еще вернусь. Мне тут уже нравится. А меня сюда пустят обратно или как? У вас, уважаемая, голова отвалилась. О, ружо! Ружо! Не, ну блин, а в кого мне из ружа стрелять? Блин, тут только оружие! Все хочется забрать! Я с такими звуками лезу странными. Вора. Вора это опасные противники. Тиканул. И этого тоже. У тебя колпак сгорел. Так. А у меня ключ от всех дверей? Да. Двинься, я ножик не могу взять. Где твой ножик? Слышь? Ножик твой где? А, во, нашел. Ты не будешь вставать?
Не, ну честно, ты не будешь вставать? Хрен его знает, вдруг он встать захочет. Эть! 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 Ты все? Все? Смотри мне, все кровище тут загадил. У тебя шляпа от шерифа. Ты что, шериф? Ты не шериф. Вы оба не шерифы. Вы что, это... Присвоение власти либо полномочий должностного лица. Это преступление. Что, они в курсе? Блин, теперь возвращаться за всем этим оружием уже не получится. Один на один. Все? Че вас тут так много? А, ну проснулся только один, это хорошо. У него отвалилась башка. Че, застрял в чем-то? Тебе помочь? Дай помогу. Дайте из стола вытащу. Выковырю ножичком. Этот все, что ли? Шляпой накрылся? Ну ладно. Он пилой машет. Такой нехороший человек. Это какой-то совсем маленький ножичек. Даже не смешно. Ну, видать, у него размером в другом месте все в порядке. Смотрите, можно бункнуть. Нифига себе. Это посмотрите, на какой высоте пушка находится. Серьезно. Это если она на такой высоте находится, это какой же тут корабль? Титаник просто отдыхает. Что за звуки? Я аж испугался. Не. Не. Все? Не все? Смотри мне. Майнкрафтеры, блин. О. Эть! 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 Лови! На! Ну, там этот еще со щитом остался. А, блин, надо отойти. Его надо брать на это самое, на маневр. Лоб в лоб с ним бодаться, такой себе. Попал. Попал. Какой? Ня. Меч. Башка с плеч. Да блин, хватит уже лаговать, чувак. Дай пройти спокойно. Слился, все. Днище 45%. Чё ты ко мне пристал? Ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А чего вас так много? Давайте вас будет меньше. Вот сабелька — это мощь. Осталось 9 челиков. Меняем меч. О! Хорошо попал. Алкоголь вреден. Эть, 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 эть. Победа. Что тут у нас? Ё-моё. Вы издеваетесь надо мной? Блин, он еще и не летит. Бросок не идет.
Не подходи! Не подходи, тварь, убью! Не подходите ко мне, уважаемый, я вас презираю. Блин, это кошмар какой-то. Да иди ты нафиг еще с своим копьем. Оно далеко достает, наверное. Ну чё? Успокоился, нет? Ему, по-моему, вообще пофигу. Иди нафиг. Слышь, иди нафиг, мужик. Успокойся. Отвали от меня. Я тебе говорю. Отстань от меня. Так. Вроде разобрался и с этим. Это что такое? Меч. А чё он такой странный? Красный какой-то. Он круче других? Или всё-таки копье взять? Копье длиннее. Чё это такое улетело? А вы кто? Хыть! Победы! И вот на этой деревянной лодочке с веслом я и уплыву. 45 убийств. Ну, 11 минут. Такой вот уровень. Как по мне, забавно. Пиратский корабль. Ну, конечно, там пропорции немножко. Но это такое себе. Главное, что мордобой с пиратами тут вполне себе. И повара даже есть. Я одному колпак сжег. Вот так. Такой вот уровень. Как по мне, классный. Рекомендую, кто играет в эту игру, вот этот уровень вполне себе хорошая штука. Тут мне один зритель еще посоветовал посмотреть пару других уровней, там, на тему халфы. Халфы второй или халфы просто, по-моему, там. Я посмотрю эти уровни, что они из себя представляют, возможно, их тоже сыграем. Вот! А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, приходите еще. Прописывайтесь на канале, проставляйтесь лайками. Всем здоровья, денег. Всем пока.